Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Мэмс Марио, рубрика «Бомбящий пулкан», хардкорные игры, все как я люблю. Значит так, но люблю недолго, пометуя опыт Боши, то есть не больше 3 серий. Тут я вообще не помню точно, сколько тут может быть серий, какая по продолжительности эта игра. Я когда-то, давным-давно, несколько лет назад еще, в универе друг приносил ноутбук, и мы чуть-чуть в нее играли, я помню, да. Естественно, я не помню подробности, потому что было хер знает когда реально, поэтому сейчас я буду играть практически как в первый раз. Просто да, я знаю, в чем заключается эта игра. Посоветовал мне ее в душе, вообще не помню, кто мне ее посоветовал. Я точно помню, что кто-то посоветовал, но я прошерстил в группе ВКонтакте соответствующую тему, вдоль и поперек, раз, два или три, все комментарии на Ютубе просмотрел, наверное, человек, который ее посоветовал, удалил. Потому что нигде нет, нигде не осталось следов. В общем, не обижайся на меня, тот, кто посоветовал, что я забыл про тебя упомянуть. Обычно всех упоминаю, тебя забыл. Нажимаем Enter. Так, что я сразу могу вспомнить? Вот это замечательная, чарующая мелодия. Ой, стоп, игра-то началась, блин. Игра-то началась. Так, давай, давай, прыгаем на них. Раз, два. Ага, я такого не помню. Ну, я вообще ни черта не помню, начнем с того. Что... Так, понятно, монетки выбиваем, то есть тут ничего не меняется особо. Это мелодия, кстати говоря, вот такая маленькая справка. Тут везде будут какие-то подлянки. Я знаю... Блять, я умудрился в первый раз замечательно умереть просто на ровном месте. Так, хорошо, еще раз. Давай, проскакиваем, все будет нормально, я так понимаю. Да, ну, давай вот этого растопчем, чего? Ух ты! То есть некоторые троллфейсы могут нас подкидывать, это хорошо. Так, здесь пока все в порядке, здесь пока... Ага, вот тут вот надо немножко повременить и помедленнее делать, да? Так вот, это мелодия из игры Cheetah Man. Это игра про гепарда. Она была на Dendy, на Nintendo Entertainment System. Картриджей, по-моему, на эту игру вышло довольно мало. Она вообще была достаточно, блядь, корявой, эта игра Cheetah Man. Но вот что в ней было не корявым, это вот эта мелодия. Да, и минус один, да, я помню с тех времен, когда мы играли реально на ноутбуке, там действительно ты два раза умираешь, потом идет на минус. И будет ми... Фу, блять, я должен был попасться на эту хрень еще в самом начале игры, наверное. Ладно, давай по новой. Так вот, а что я там говорил, да? Вот так вот, да? Так, хорошо. А ну, что это? Гриб! О, гриб, смотри. Блять, сука! Это специально такой гриб тоже троллфейс. Если бы у гриба было лицо, то оно было бы троллфейсом, скорее всего. Отлично! Вот это красиво получилось. Так, раз, даш. А, забыл. Это я еще много раз, наверное, тут буду спотыкаться. Надо просто запоминать. Тут как бы ничего особо сложного нет, если просто запоминать внимательно последовательность. Вот, сюда, и потом я резко отхожу, правильно? Резко отхожу, вот так. Что дальше? Там какой-то паренек, да? Ой, а как же тогда? Подожди, я должен как-то так перепрыгнуть, чтобы паренька этого не задеть, скачущего, и троллфейсы, которые мне навстречу идут. Я не совсем понимаю, как это все можно организовать. Так, тут пока легко. Так. А, да я не успеваю, блин. Я не успеваю, по-моему, так нахрапом тоже, потому что там же этот, жирное это лицо, блядь, прыгает сверху. Правильный? А ну. Так. Оп, да я не могу его. У него там как будто бы заряд кончается. Я не знаю, его как будто плохо завели на заводе. На заводе вот таких вот даунов. Я не знаю, вот просто посмотрите на него, блин. Что это за... У него реально такое лицо, как будто он эту мелодию вынужден был слушать 15 тысяч лет. Ну, давай, гриб, чтоб тебя раздавило. Да блин. Ну, отлично. Так. Как-то надо так прыгнуть... И ни много, и ни мало, я не знаю как, подожди. Сейчас, еще разок сосредотачиваемся внимательнее. Ну тут все легко, по-прежнему тут, я раз так, да. А, вот это я зря сделал, стоп, гриб возьми. И что? Что случилось? И что? По-моему, гриб только ускорил эту сволочь. Так, давай еще раз пробуем. Ага. Иди быстрее давай. Не-не-не, сейчас этот упадет, я не хочу, чтобы он на меня падал. Вместе. Оп! Хорошо, ладно, я сделаю так. Я сейчас попробую в быстром темпе. Давай. Так, тут легко, тут легко, тут тоже все легко. Теперь здесь так раз, раз. Бегом. Вот! Что это? Это сохранение? Все, я сохранился, отлично. Так, ну чё, потихоньку продвигаюсь. Так, какая подлянка ждет меня здесь? Но
я, в общем-то, уже понял. Я вспомнил это место, как бы, когда два кирпичика пробил. Там вообще нет выхода. Вот все-таки даже вот за несколько лет-то не сгладилось из памяти. Да, вот раз. Правильно, вообще ж нет. Да, вот, пожалуйста, если ты сюда попал, то все, тебе триндец. Так, хорошо. Жалко. Мне, конечно, жалко, что я в эту игру раньше играл. Но что я могу поделать? Этого я не ждал. Неважно, все равно, ни хрена не ожидаю. И все для меня в новинку получается. Потому что вот проигрываю в таких местах. Безусловно, жаль, конечно, что я играл в эту игру немножко раньше, но тем не менее... Да, я вообще прикалываюсь. Но я не мог знать несколько лет назад, что я буду когда-нибудь записывать летсплей, правильно? Поэтому... А как бы строить из себя сейчас, что вот, это все в первый раз, я никогда не видел этой игры. Ну, мне как-то не хочется, я не знаю. Вот, вот здесь вот я точно помню, что произойдет. Да, да, вот этих я помню точно. Это единственное место, которое я помнил 100%, наверное, когда начинал сейчас проходить эту игру. Потому что этих сраных мудаков... Я еще помню, что я не знаю, как там перепрыгнуть через гребаный флаг. Вот как так? Ну что это за хрень? Оказывается, там еще и это говно было. Ох, ладно, еще раз давай. Да нет, ну куда ты, ну? Надо попить сока. Сок. Немножко выправить мою нервную систему. Хотя сейчас я еще особо не нервничаю. Это все-таки не боссы, которые я там... Я не знаю, последняя серия. Там надо было одно место пройти с пауком. И я, кажется, проходил его около часа или более того. И, естественно, на запись попало там не все. Далеко. Во, отлично. И дальше вот что-то... Вот какие-то будут у меня проблемы, по-моему. Да не, все нормально. Ах ты, сука, я вспомнил, да. Подожди, а как же тогда быть? Ну-ка, сейчас еще раз, постой, давай, раз, раз. Так. О, вот сейчас вот рубрика «Бомбящий пукан» будет свое название оправдывать на все 350 миллионов процентов, потому что я чувствую, что сейчас дело даже будет не в сноровке, а в банальном непонимании законов данной игры. Я не знаю, что сейчас делать, серьезно. Совершенно не представляю себе. Я помню, что я и тогда тут тупил страшно. Давай как-нибудь прерви ты ход этих событий, мудак. Не, ну что надо так развести, а? Уже подвели к финишу, и тем не менее. Так, ок, ок, ок. Ах, черт возьми. Хоть сохранение есть, и то хорошо. И есть сохранение. Стой, ты зацепилявил так. Хорошо, хоть сохранение реально есть. Это сохранение бы не было. С самого начала все это говно начинать. Я бы просто охренел. Вот здесь, по-моему, да? Безопасно. Так, эту штуку мы не трогаем. Точно, может, можно как-нибудь в трубу? Нет, нельзя. Окей. Теперь... Ах ты, блин, а, вот это ж надо. Тут, зараза, прям на эту рожу. Ну, хорошо. Вообще, я заметил, что игроделы любят Trollface. Вот я отмечаю такую вещь. Хотя, по-моему, Trollface Quest это ж недавняя игра относительно. Мэмс Мари уже давно, существует. Потому что если я в универе еще в него играл, то он существует явно давно. Блин, я уже не знаю эти сраные рожи, мать. Так вот я возмущаюсь. На вот таких вот маленьких белоснежных педрильного типа мальчиков. Я не знаю, кто это такой, блин. Ну, музыка реально, музыка потрясающая. Так, ок, ок. А давай тогда попробуем не прыгать, а просто вот как-то вот так. Так какого же тогда рожна, блин, ты скотина такая хочешь от меня? Еще раз. Так, наверное, я понял, наверное, там надо запрыгнуть на эту желтую горизонтальную полосу, которая... Оу, тихо. Оу, тихо, все. На эту желтую горизонтальную полосу, которая... Вот, сейчас покажу. Вот на эту, блин. Да какого же... О, как-то он ускорился, я что-то нажал. Сейчас, подожди. Все, я понял, сейчас я его ускорю, и все будет хорошо, правильно? Или неправильно? Ну, давай проверять. Так, во-первых, надо опять в который раз не попасться на этих ублюдков. Где они, кстати говоря? А-а-а, хорошо. Теперь, так. И что? Да, а он тоже ускорился, этот мудень тоже ускорился. Погоди, а если... А-а-а, точно! Да, вот что называется, поспешишь, увидишь. На пробел тут ускорение, все, сейчас пройду, наверное. Давай, так, сейчас не спеша, как я это все делал, чтобы особо не начудить. Давай вот так раз.
Раз, раз. А вот, кстати, может быть, я смогу прям перепрыгнуть? Нет, не смогу. Нехорошая эта идея. Пусть они уже пройдут, эти идиоты. Отлично. Блин. Ладно, ладно, ладно. Все, я понял. Сейчас тактика просто 100% верная. Сейчас я... Аккуратно. Аккуратно, мудак ты. Чертов, мать твою. Блин, вот рожа у него, конечно, тупая у этого главного героя. Вот был бы ты немножко умнее, может быть, был бы и ловчее. Хотя я не вижу здесь логики, честно говоря, когда это сейчас сказал, я понял, как глупо это прозвучал. Был бы ты умнее, был бы ты лов... Зараза, как вот ты провалился-то туда, объясни мне. Ну! Как он, блин... Я же чуть-чуть совсем отпрыгнул, какое же ты чмо! Еще раз, так... Ох, как я... 28 смертей, да блин, твою мать, это при том, что я уже когда-то в этой игре... Ну пусть давно, но все равно, 28, ну пусть давно, но все равно, какая рифма. 28 смертей, это же дохерище, мне кажется. Чего так близко-то? А, погоди, а если сейчас обмануть этот кружочек? Да? А ну-ка, попробую, так. Слушай, а может он время просто перематывает, как в игре Braid? Потому что я... А, да ты задел. Какая ты, сука, падла, а. Задел он ее немножко. О! Загрузка завершена. Это я игру одну качаю. Буду скоро проходить ее так. Оп! Это хорошо, что завершена. Блин! Фу. Так. Ну, это понятно, это на записи это не отобразится, это загрузка. Так, неважно, о чем я вообще думаю. Мне надо перелететь через это дерьмо. Я не знаю, я просто не знаю, по-моему, абсолютно никак это не действует. Ну-ка, сейчас еще раз, давай, стоп. В чем же загвоздочка-то? Подвох в чем? Отходите. Ну, просто ну, понимаешь, ну хватит. Отставьте меня в покое. Дали бы мне сохраниться прямо перед этим, чтобы я хотя бы мог вообще понять, чего хотят. Оп! О, вот так вот. Я научился с ними взаимодействовать. Так, теперь. Я нажимаю пробел, я отжимаю пробел. А ну как бы никакого. Он с одинаковой как будто скоростью туда бежит. Он, нет, там как бы так получается, что он то ускоряется, то замедляется. Но этот мудак-то сверху, который летит, он тоже, это бомба, это Хиросима, это сраная. Он тоже то ускоряется, то не ускоряется. Поэтому... Так, хорошо. Ну! Есть. Теперь. Да, он ускоряется или замедляется одновременно со мной. Что, как тогда это проходить? Подожди. Объясни мне, идиоту, как пройти это говно. Я реально не знаю. Вниз тут ничего. Погоди, вопросительный знак, может, какой-то. Да, монетку я получил. Монетку, которой тут даже, ну, некуда складировать. У него нет карманов, у этого идиота. Так, хорошо. Да, нет, это нехорошо. Проваливаемся снова. Минус 36 сейчас будет, да? Да, действительно, минус 36. Хорошо, и что ж тогда? Сейчас я еще раз сейчас туда приду и буду там очень внимательно на все это говно медитировать, прям наблюдать за этим. Оба! Во. По крайней мере, здесь у меня уже проблем, наверное, не будет. А если, погоди, прыгнуть с этой... Я пробел нажал, чтобы прыгнуть, а он ускорился. Потому что здесь пробел на ускорение. А прыжок здесь на V. На стрелочку вверх. И я перепутал, блин, две кнопки. Это просто ужас. Я даже не знаю, у меня даже нет сил материться. У меня нет сил ни на что. Потому что я чувствую себя идиотом. Опять эта ситуация, когда ты не знаешь, что тебе делать. А эти рожи все хмурятся на тебя, смотрят. Че вы? Ну, лыбятся, точнее. Не хмурятся. Когда они там хмурятся? Они не хмурятся, ни хрена. Да, точно. Вверх и... Это такая сдержанная злоба, да? Я еще не очень неистовствую, но мне уже как-то не по себе, вот, психически. А чего мне не по... Да ни хрена себе, блин! Боже мой, наконец-то, блядь! 8
70 смертей. Я не знаю, сколько... Ну где? Я сейчас... И что? Там надо опустить флаг, а я перелетел. Это говно. Как я теперь во второй раз-то это сделаю? Сука. Просто нет слов. Я уже сижу тут, наверное, я не знаю, минут... Я не знаю, сколько... Да хера, полчаса, блядь, я этим занимаюсь. Полчаса одного и того же. Я смотрю на эту хер... Как я это... У меня теперь это в жизни не получится повторно, блин. Я микрофон, блин, испортил. Еще раз. Так. Вот, вот здесь вот. Как-то, я не знаю, что я сделал не так. Я не могу сейчас сообразить, блин. 3-4, господи. Вот. Как-то я вот прыгал, распрыгался, и в итоге вот как-то вот я отсюда перелетел, и как-то вот еще на пробел, по-моему, нажал. И как-то эта свинья перелетела через этот гребаный флагшток. 92, минус 92. Да мне кажется, это вообще антирекорд, блин. Ни одного летсплея, наверное, такого нет по всему Ютубу, где 92 раза бы кто-то тут сдох, не дойдя до второго уровня. Как это перелетело? Вот эти пидорасы меня убивали уже раз 50, наверное. Я еще устаю уже как-то морально-то от всего этого дерьма. И они... Это ползут, блин, жрут меня своими рожами тупыми. Давай, как ты это делал? Ну, давай, мем с Марио. Ну что ж ты такой неуклюжий? Давай, раз, ну, как ты это сделал-то тогда? Вот это ж надо было перелететь, там надо его опустить. Я абсолютно точно помню, что его надо опустить. Блин. Единственное, я только не помню, как перелетать. Вот, как получится, видимо. То есть оно раз на раз не приходится, наверное, я не знаю. Оп! Давай, еще раз. Ну, даже... А! 90 с лишним смерти, это слишком. Я больше не могу. Я, блин, чувствую, что я весь уже взмок от этого дерьма. Нет, ну зачем же я назад? Хорошо, как второй раз у меня уже это получилось. То есть я начинаю, видимо, приобретать сноровку или как? Да, вот. Все, зафиксировали этот момент. Опускаем. Вот теперь все пойдет нормально, я уверен. Да, господи, боже мой, блядь, ёпта. Так, то есть я так понимаю, мне нельзя в эту трубу, да? Стоп, нет. О, боже, я на секунду подумал, что сейчас оттуда обратно откинет. Хорошо, давай тогда в эту. Блин, ты что такое, мне никуда нельзя? Блин. Так, хорошо, мне... Я понял, мне... Сейчас я аккуратненько это сделаю. Мне надо вот так вот. И вот так вот. Да чтоб тебя, а что тогда делать-то? Хорошо, еще раз, так. Вот западлистые, а, разрабы, так. Да, блин, этот гриб, этот долбанный опять. Так, теперь. А вот это, подожди, хрень, вот это которая. Что, можно ее бахнуть? И что? Не-не-не, стоп, а может это я теперь сюда могу? Нет, сюда не могу. Значит так, вначале я должен ударить этот... Эту, я не знаю. Этот граммофон, что это такое вообще? Потом я должен пройти сюда, аккуратно тут выпрыгнуть. Да, аккуратно тут вот здесь вот надо стоять. Да, вот здесь надо стоять. Ладно, пусть он меня убивает, сколько там, 100 с лишним смертей уже. Какая нахрен разница, я и так уже поехавший от этого всего. Давай так, Enter. Я не знаю, что я сейчас делаю, опять-таки, я... Тут игра не объясняет. А, это говно же еще вылет, господи. Да, сейчас, подожди. Так, 103. Давай попробуем даже без этой кнопки тогда.
Просто вот раз. Ага. Вот. Блин. Весело сразу так прям вот. Хорошо, так, ладно. Здесь вот какие-то шипы, по-моему, будут. Или что-то такое. Я не знаю, я не особо запоминаю. Я как-то угадываю вроде бы все про... О, а ты кто такой? Вылез там еще какой-то хрен сверху. Блин, сколько вас мудаков тут до хрена. Я ж не пройду. Так, на вторую я прыгну. На третьей шипы. Все, я запомнил. На третьей шипы. Так, теперь, оп. Вот здесь вот со второй. Теперь на четвертую. Теперь опять на четвертую. А теперь... А теперь надо было выше прыгать, наверное. Еще раз. На вторую. На четвертую. Вот тут музыка тоже, кстати, весь. Вообще в этой игре классная музыка. Музыка классная. Разработчики, по крайней мере, дают потешиться интересными саундтреками. Несмотря на то, что они, конечно, извращенцы и садюги, но они, по крайней мере, дают вот этот возможность. Я, кстати, помню, блин, будет тут один момент в этом уровне. Вот это я определенно этот момент помню. И он такой будет. Ничего веселого меня там не ждет. У меня уже нет сил кричать, даже злиться, потому что 110, блин, смертей. Ну это же пиздец. Так, аккуратно. Во, вот так, хорошо. Да как. Ой, тихо, нет! А сейчас, да куда же ты? Гриб, подожди, можно взять? Это было классно. Вот это реально было классно. Так, сейчас, хорошо, стоп. На вторую, на четвертую. На четвертую. Эти мудаки долго тут будут ползать? Не надоело им еще, нет? Тут один мудак, три мудака. Сколько можно, мудаки, уходите? Да блин! Просто этот кирпич сраный, кто понарасставлял всякого говна, я не знаю. Реально этот уровень модерировали какие-то молдаване. Мне просто нет слов. Так. Да не... Заебай, просто что делаешь? Ты кирпич на кирпиче, блин. Это я еще играл в нее, господи, пусть даже несколько лет назад. А что было бы, если бы я первый раз ее запустил? Просто не могу себе представить. Так, тут перепрыгиваю так аккуратно. Назад. И снова, да? Да как, чё, два раза, что ли, там? Хорошо, тогда я по-другому сделаю. Не, гриб этот не трогаем. Я помню, чем это закончилось в прошлый раз. Становлюсь вот сюда, теперь сюда, теперь сюда. Теперь. О, прикольно, у меня молния стукается об стол. Стукается, стучит, блин, под музыку. Этого, наверное, не будет слышно на микрофоне, я думаю. Да, на записи, сука, я вообще не знаю, я уже и заговариваюсь, и засматриваюсь, и все на свете, я все уже, я просто уже все, я... Да нет, у меня уже слов никаких, сколько я еще буду на этот сраный кирпич нападать, надо уже запомнить про него. Все, там кирпич, все, хватит. Ох, теперь, так. Нет, ну это уже я, я просто, у меня уже просто крыша едет, 120 смертей, вы должны, наверное, себе представить, что это сделает с человеческим мозгом. Так, аккуратно. Вот здесь кирпич, вот здесь кирпич, вот, все, так. Тут я про... Ну, тут просто мне не повезло, тут ловкости не хватило, я должен был чуть дальше пролететь. Так. Ага, а, хорошо, теперь, да, вот так. Так, ура, подожди. Мне идея в голову пришла. Да, ну куда ты? Я хотел идею, идея мне в голову пришла, он куда-то полетел, придурок. Сейчас. Что если немножечко жульничать? Я же помню, что вроде бы в Марио был такой фильм. Вот как они тут позволят, нет? Выпустите, так. Что, правда? А! Ну-ка. Вот оно что! Это рожа! Я понял, к чему она все предусмотрели, негодяй, а ты посмотри. Ну ладно. Так. Блин, ну ты, конечно, хитрожопая гад, да? Так, сейчас. Вот так. Ага.
Да блин! Ничего не позволяет мне вообще ни на грамм сжульничать, смахинировать. Смахинировать. Классное слово, смахинировать. Не знаю, может оно и есть такое слово. Я уже просто не... Я не знаю, я уже не помню слов вообще. Я уже ничего не помню. Так. Ну, я, по крайней мере, могу тут встать, да? Кирпич не провалится подо мной сразу же. Оп, хорошо. Так, теперь... Как? Я не знаю, как я это сделал. Вот, вот это место я... Да, тут сейчас все будет падать. Это я тоже хорошо запомнил и поржал зачетно в свое время. Так, давай. Ну, падай. Не успел. А, ну ничего, надо вот это выйти. В принципе, не сложно. Вправо. Нет, влево, да, вот сейчас, вот раз. Влево, потом вправо. Ну и все, и как... Ой, а там еще будет стена. Я дурак, блин. Я нажал опять на пробел. Я нажал ускорение вместо прыжка и провалился. Я представляю, как я бы сейчас охренел от этой стены еще. От этого потолка, который на меня еще валится. Так. Тут точно я не успею вперед пробежать? Да, блин, ну сколько ж... Я просто не понимаю, как тогда? Сейчас, погоди, а если просто пробежать вперед попробовать? Ну-ка. А, ну да, конечно, оказалось бы все так просто. Сейчас. Давай еще раз. Ну, раз, два и... Да блин! Мне ж надо убежать от этой хрени или нет? Сейчас. Значит так. Ну, раз, два... Ты, да что там-то? Ухо там чуть-чуть ему задело. Что он такой... Дрыщара-то, сука. Раз, два, три... Да нет, ну я же раньше хотел нажать. Я раньше хотел, а он взял опять этот... Сраный кирпич. Ну что... Марио мем, блин, мем Марио, сука. Вот, боже мой. Так, монетку раз выбили. А ну. А это что, нельзя на него? Нельзя на него, у него корона эта колючая, блин. Нельзя на него. Почему на него нельзя? Я хотел на него упасть из... И не париться вообще. Да нет. В общей сложности я сейчас играю около 50 минут. В это. Все, ладно, я не буду ничего. Я хотел возмутиться, но я не буду. Так, вылез этот мудак. Съешь его! Съешь, не трогай меня! Не трогай ты меня! Он меня тронул. А я его просил, не надо. О, хорошо, ну все, я тут уже приноровился. Так. Давай тогда, как, вот сейчас он пробежит. И как тогда? Как же это тогда понимать? Блин! Как же это тогда понимать, а? Ну, перестань стеваться надо мной. Я пытаюсь уже, я не знаю, мне не хватает. Он очень туго разворачивается, в этом его проблема. То есть он мог бы жить гораздо дольше, если бы лучше разворачивался. А ну, а если этот пробить? Гриб, погоди. А, вов, все, слава богу, блин, а я уж думал, что я тут навсегда. Так, хорошо, преодолел. Не хочу я даже знать, что там. Ого! Кажется, все. Смотри, прорвало как трубу, блин, а. Вызывайте сантехника, который специализируется на смайликах каких-то сраных. Что это? Да, понятно. Значит, вопросик не подбираем. Это я понял. Тут аккуратно опять. Давай. Раз, два, три. Я раньше, по-моему, прыгнул, разве нет? Ну, мне четко показалось, что я раньше прыгнул. 143. Минус 143. Вот. Нет слов, просто нет слов. Так, хорошо, раз. Теперь выбиваю гриб. Сейчас все решится без моего ведома. Давай, помирай, чувак. Отлично, теперь. Кстати говоря, вот это тоже можно выбить. Он сейчас провалится, отлично. Тут у нас что, монетка, тоже без проблем. И теперь просто прыгаем вперед. Так, вопросик мы будем огибать каким-то образом. Надо мимо него. Так, теперь, осторожно. Раз, два, три. Ну я уже почти.
Так, ну надо уже до этой трубы-то добраться. Блин, нельзя же сдаваться на таком моменте. Практически конец. Давай, сейчас. Минус 145. Ёлки, у меня просто нет слов. Я уже это говорил, я скажу еще раз. У меня нет слов, кроме того, что у меня нет слов. Это единственные слова, которые у меня есть по поводу того, что у меня нет слов. Больше не знаю, что сказать. Раз. Потом Д. Давай, Д. Два. Все, прощай. Теперь тут аккуратно. Тут, в принципе, вот тут не сложно. А вот здесь вот надо поставить. Надо как-то постараться там сделать так, чтоб... ...23:39 сейчас. Я спал сегодня 6 часов. Плюс вот это говно. Я, наверное, мазохист в душе. Наверное, в прошлой жизни я любил, когда меня стигают плеточки. Почему я до сих пор этим занимаюсь? Так. Ага. Вот, и сейчас вылетит, да? Все, один? Нет, не один. Блин, их... Они по чуть-чуть, но все-таки вылетают, пидорасы. Так, хорошо. Значит, раз, два, потом три, потом чит... Фух. И что? О, блин, чувак. Напугал. Что, опять? Все хорошо. Ладно, на этом я, блин, пока, твою мать, заканчиваю, потому что я сейчас просто... Был бы пистолет, я... В общем, если понравилось это видео, то, блин, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите что-то в комментариях, хвалите меня за мое упорство и ругайте за мою криворукость, я не знаю. Ссылка на группу ВКонтакте... Я ничего не могу сформулировать, блин, у меня голова вообще не... Плейлисты там есть внизу, ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. Плейлисты, бомбящий плейлист есть, там тоже такой хардкор. Я, правда, не помню, честно говоря, чтобы меня даже больше так из себя выводило. Просто, ну, не знаю, это какая-то же не то, что из себя выводило, а выбивало из колеи. Ну, я сегодня еще уставший, может, это тоже повлияло. И всем счастливо, всем удачи, всем пока, в общем. Все, всем пока.